Спорханата бренче не до ашлат теген. Сентябрьда. Бренче сентябрьда ашаган жок мене. Нам сказали, что улица Сапырган-Ата откроется 1 сентября. Ответственные лица обещали это в присутствии акима области. Но, как видите, она закрыта по-прежнему. Все сроки завершения работ по расширению одной стороны улицы Сапырган-Ата от Адырбекова до Тамерлановского шоссе давно истекли. А строительная компания ТО «Арткурлыс» даже к асфальтированию не приступила. Полтора года в жару, дождь и снег местные жители, как взрослые, так и школьники, вынуждены по полчаса добираться до ближайшей автобусной остановки. Вот эту улицу начали делать, уже сколько времени, мы только одной пыли дышим, больше ничего. Не поливают дорогу, как положено, ничего не делают. С той стороны дети в школу ходят, вечно в пыли, в грязи. Могли хотя бы часть улицы открыть и запустить автобусы, ведь люди же здесь живут. Сложно добираться до ближайшей остановки, и уже не говорю о школьниках. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог обещают разобраться с подрядчиками, открыть одну часть дороги и запустить автобусы. Если будем открывать, только будем делать ее в одностороннем положении. Вот, или со стороны с Аль-Фараби в сторону Тимирландского, или с Тимирландского в сторону Аль-Фараби. Естественно, да, вот это тоже будет вопрос, сейчас тоже отрабатываем, как удобно будет. Тем временем местные жители уже переживают за расположение автобусных остановок на новой дороге. Раньше у нас здесь было 4 остановки, а сейчас их запланировали в 2 раза меньше. А как люди потом будут добираться? Расстояние между этими остановками почти 1,5 километра. Это же не дело. Расстояние между 2 остановками действительно увеличилось до 1 км 200 м. Чтобы установить еще 2 остановки, необходимо будет провести изъятие дополнительных земель. Есть и другой вариант решения проблемы – без изъятия земель, компенсации и долгих судебных разбирательств. По новому проекту у нас сейчас предусматриваются 2 остановки в одном направлении и в другом также 2 остановки. Да. Но после завершения самого строительства мы там еще предусмотрим еще 1 остановку между ними по необходимости, как будет в зависимости от пассажиропотока. Работы по расширению 3,5 километров улицы Сапырган-Ата обойдутся казне в 1 300 000 000 тенге. Объект переходящий до 2018 года. Согласно плану, ширина только проезжей части будет составлять 15 метров. Она будет 4-полосная. Вдоль дороги посадят деревья, установят столбы освещения, проложат тротуар и ирригационные лотки. Бахром Абдуллаев, Ерлан Бексиитов, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании «Отрар».